На заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Рудыня, принято решение о выделении городу Твери средств на обеспечение в 2021 году жильем еще одной многодетной семьи. Ранее в текущем году поддержку на приобретение жилья получили 22 семьи Верхневолжья. С учетом решения, принятого на заседании, в 2021 году жилищные условия при поддержке региона улучшат 23 семьи, где воспитывается более 90 детей из Твери, Кимр, Старицы, Ржева, поселка Жарковский, Кашинского, Вышневолоцкого, Удомельского, городских округов и других муниципалитетов. Поддержку региона на улучшение жилищных условий получают многодетные семьи с невысоким уровнем доходов, где воспитывают троих и более детей в возрасте до 18 лет. При этом семья должна стоять на учете как нуждающаяся в жилье и проживать в Тверской области не менее 5 лет. Начиная с 2009 года жилищные условия при поддержке регионального правительства улучшили 243 семьи Тверской области, где подрастают трое и более детей. На сегодняшний день очередь практически полностью будет обеспечена, все, кто подал заявление для улучшения жилищных условий. Но для нас это тоже является сигналом по формированию будущей работы на будущий период, чтобы мы тоже с опережающими темпами могли реализовывать наши пожелания и обязательства, чтобы у нас был запас, был задел, когда приходят люди или семьи, когда у них есть дети, чтобы мы могли уже из нашего фонда выделять это жилье. Я уверен, что мы эту работу сейчас наладим.